этот, с соседями квартиры. Одноэтажный дом. Бабка, дубка, утра. Никуда ходить не бабка. Это поднять постовый. Рыжа там бухать. Сибирский тракт, 337, квартира 7, двухэтажный дом, она живет на первом этаже. Внутри очень страшно, сыро все, ну, этот, дома очень холодно, полы очень холодные, пол плохой, она говорит, сами перестелили пол, управляющая компания ничего не делает. Да. Затопили на кухне, где раковина, вот затопили, значит, ага. Вот. Она говорит, я им постоянно говорю, это получается соседи виноваты. Соседи топят. Вот. А ходила в управляющую компанию, сказали, придут, так никто не пришел. Она говорит, я сфотографировала. Соседку сфотографировала, да. Москву отправила. Москву. Вот. Там поменялся директор, видимо, управляющей компании. А, сняли все до обшивки. Ну, шарапили деревянные. И опять фанеры закрыли. Да. А там все сыро, постоянно сыро у них, короче, а соседи там сыро. Надо Филу запросить и написать. Как мама для обратиться. На Цыгулина. Привет. Хуснулина. Привет.